Современные пункты пропуска построят в Приморье в 2024-2025 годах. Комиссия в составе представителей пограничной службы ФСБ России, профильных ведомств, подрядных организаций посетила автомобильные пункты пропуска – Пограничный, Марково и Краскино. Сейчас пришло новое руководство. Вот, мы видим, что сразу коренным образом изменились подходы к организации работ. И по факту начались работы. Начались работы и по перепроектированию, и по строительству, и по расширению этих возможностей, которые сегодня позволят уже на немного увеличить количество машин. Со своей стороны мы сейчас примем меры к тому, что где-то, может быть, сделаем объездную дорогу, вот, продолжим работы, связанные с предоставлением площадок под стоянки непосредственно автомобилей, с тем, чтобы они стояли на дорогах и по пограничному, и непосредственно здесь, по Краскино. Контракт на реконструкцию пункта пропуска «Пограничный» заключат до конца года. Планируется, что новый объект будет сдан в 2025-м. На переходе Марково работы по созданию нового пункта пропуска уже активно идут. Запущена и реконструкция недостроенного пункта в Краскино. Существующий пункт пропуска Краскино мы планируем, как и ряд других, привести в нормативное состояние. Выделены под это деньги, доведены до филиала. Значит, полностью будут заменены все рабочие места государственных контрольных органов. Мы сделаем дополнительную полосу, которая позволит увеличить пропускную способность, ну, примерно там, порядка 20%. В 2024 году современный пункт Краскино сдадут в эксплуатацию. Это позволит увеличить пропускную способность погранперехода в 8,5 раз и обеспечить проезд до 750 машин и более 4000 человек в сутки. Олег Завьялов, новости на Восьмом.